Вот, производим калибровку. Супер-дупер, шупер-пупер. А где здесь? Ага, вот. Вот это вот хренотенька, да. Мы сейчас его открутим. Домкратом поднимаем на 92 тут. И нож закрутим, да? Вот она, регулировка. Да, вот она вес до копейки. Хренотень нафиг. Удлиняем. 90. Крутим, мутим, делаем. Вот теперь жопачок. Видите, зазорчик здесь. Какой? И зазор сзади. Гораздо выше. А раньше они были одинаковые. Из-за этого машина при прохождении кочек и прочего-прочего лупасилась на отбойнике, была жесткой. Стало заметно мягче. Приятнее ездить. Итак, после того, как было поменено пневма, значит, что оказалось? Машина, вот видим зазор колеса переднего, такой, да? А смотрите, заднее ушло в арку, к ядрене, в фене, нафиг. Ни хрена не было выставлено и отрегулировано. И теперь смотрим левую сторону. Левая сторона, видите, какая? То есть тут зазор более-менее нормальный, да? И здесь нормальный. Итак, мы приступаем, Леша с Сашей, к регулировке всех этих вещей. Итак, сколько у нас? 72,5. 72,5. 72. Я вот не знаю, сколько тут должно быть, но в любом случае можно поднять вплоть, как некоторые говорят, аж до джипа. 72,5. А здесь? А здесь 71. 71, то есть на 11 сантиметров. Давайте сделаем все это по 73. А, вот это еще замерим, да? Сколько? 74. 74 там. Ну здесь нормально. 74. Слушай, мне кажется, надо сделать, наверное, по 74. Одно колесо. Чтобы вот это было равное, да? Или как вы считаете? Нет, да? Тут ниже должно быть. Хорошо, 73 делаем. Вот они, смотрите, датчики высоты. И видите тут, сколько можно? Они даже на это по-разному накручены. О, и накручено по-разному. Поэтому, смотрите, грубо говоря, вот поэтому выставляем. Ё-моё, ну что это за херня, ё-моё? Делали, что так она сделалась. Офигеть, ну просто офигеть. Тут, я так понял, ничего не надо даже выключать, Тупо крутим. Вот оно поменено шаровое. Значит, все нормально, не обманули их нахрен. А то сход-развал, нифига ничего не сделали. Сход-развала не было, ничего. Ну вот, видишь, а деньги взяли. Итак, крутим это все дело. Сейчас одну вот эту покрутим. Ага. Потому что она еще подобна. Вот это вот крутим и все. Выравниваем тут зазорчик, видите, такой хороший. Нормальненький зазорчик, как и должен быть. Да? А тут никак.